Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, Иисус в гробе живого, Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, Иисус в гробе живого, Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, Иисус в гробе живого. Благослови, Господи, нашу беседу, занятия по Слову Твоему Святому с чадами. Помоги, Господи, одари искренней верой чад наших. И нам, Господи, не даруй потерять то, что даровал Ты нам. Когда мы стремились узнать Тебя, Господа и Творца, веры сей Твоей, святой, истинной, свыше. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Всегда есть преемственность. Слово Божие нам об этом говорит. Должна быть преемственность. Вот мне очень нравится песнопение. Знаете его? Баптистское песнопение. Он у молодых. Скорее, не робея, на смену идите. Уставшим бойцам не страшитесь преград. Растите, цветите, плоды приносите. Прекрасное в мире наследие Христа. Кому это обращение? Кто поднимет руку из вас? Слава тебе, Господи. Есть еще смена какая-то. Ну, если вы думаете, что это о вас, это приятно, конечно, думать. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Вот трудиться надо над собой, потому что без Слова Божия никак Господь вас не сделает. Ну, будет у вас только благое пожелание останется, которое потом, конечно, уйдет в ад, если вы не будете его исполнять как должно. Вот мы как раз говорим об этом об этой преемственности сейчас по Слову Божьему. И этот преемник после Моисея был кто? Иисус Навин. О котором мы сейчас все и читаем. И вот этот Иисус Навин. Дальше мы проходим 8 глава. А нет, это мы с вами прошли. Другая Библия у нас была. 8 глава, это Гай был, как они захватили. И вот сейчас читаем 13 главу Иисуса Навина. Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему: ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много. Вот она. Извечный вопрос отцов и детей. А кто будет брать? Кто станет во главе воинств великих, Господних? Остается эта земля, вся окруженная филистимлянами, вся земля Гесурская, от Шихора, что пред Египтом, до пределов Екрона к северу, считаются ханаанскими 5 владельцев филистимских, и перечисляются эти владельцы, и горные жители, а колено Рувимова и Гадова с другой половиной колена Манасина получили удел свой от Моисея за Иорданом к восходу солнца, как дал им Моисей раб Господень. И перечисляется все Иисусу. Подожди, ты послушай, тут что тут говорит Библия. Интересно. Перечисляет все, напоминает ему. Он это все прекрасно знал. Прекрасно знал, но географических карт тогда не было. Взглянуть на это нельзя было. А надо иногда взглянуть. Этим всегда люди пользовались. Прежде чем. И Господь ему открывает, какие пределы огромные. Здесь живут все братья. Тот народ, которому дал я этот удел Господень. Господь открыл эту землю. Земля называется обетованная. Что такое обетованная? Это желанная земля. Ту, которую вы желаете, говорит Господь, но
желали, желаете, но не знаете какая. Вот она это и есть. А если посмотреть на эту землю, на Палестину сегодняшнюю, там одни камни. Вот Иерусалим, видели Иерусалим? Кто смотрел окрестности Палестины по видео? Вы же интернетом пользуетесь, никто не интересовался этим. Теми местами, где Господь наш ходил, интересовались? Что, никто? Даже странно мне, вам надо еще говорить, что там. Там нету снега. Вы там не выйдете в январе месяце, в сугроб попали. Знаете об этом? И кустов там очень мало. Кустов, там кусты, если есть, то их посадили, это точно уже. Масличные сады там и так далее, финиковые пальмы. Все это народу приходилось культивировать. Культивировать, значит, обрабатывать, ухаживать, как в свое время Господь дал это Адаму. И поставил его, он садовником был первым делом. Ухаживал за Эдемским садом. Адам. Потом животных там дал. Дальше читаем книгу Бытия. Первая, конец первой главы, вторая глава. И то же самое здесь люди ухаживали. Ну, там какой плюс? Плюс большой, что горы есть. Оттуда текут ручьи с гор. Откуда они там берутся? Снега? Есть снега. А есть не снега. Нету там снега на вершинах. Вершины маленькие. Там 2 километра всего. А что там значит? Вода капиллярным методом давления поднимается по трещинкам, образует там источники и оттуда стекает. Вот так Господь сделал. И на горах, говорит, стоят воды. Это не потому, что там только снега, и поэтому снега тает и все. Нет. Вот так еще Господь сделал. Это тоже нужно знать все. И эти источники дают чистую, отличную воду. Почему? Когда она проходит по скалам, то разные элементы, минералы, они растворяются в воде, и все это выносится. И написано, орошала землю. Орошала, река орошает землю. Почему? Плодоносность. Посмотрите, Нил. Вокруг Нила селились. Фараоны там, эти огромные пирамиды. Столько людей строило все это. Откуда брали еду? Потому что плодоносная была земля за счет этих рек. То же самое Палестина. Очень много горных источников. Нету снега, всегда тепло. И главное, трудолюбие. Господь выбирает почему-то эту землю. Каменистую такую, такую, кажется, неказистенькую бы. Почему не Сибирь? Ну вот, однако, Господь дает людям, которых Он сам избрал, поселиться именно там. Наследие. Вот что такое наследие. Наследник, он наследует то, что уже дали ему, он не имеет права выбирать. Иисус нами не сказал, Господи, ну ладно, Моисею ты там понаследовал, он нас тут привел в 1-40 лет по пустыне, а не знаешь, что такое пустыня, жажда, что такое, голод, скитание. Ну а сейчас-то ты нас что теперь в каменистые места-то привел? Нет, наследник не спрашивает, он учится, он смотрит, что делали его предшественники, что говорит Господь. Смотрит вот сюда, всегда, в Библию. И только в этом направлении работает его мозг. Не надо придумывать никакую фантастику. Есть там какие-то космические пришельцы? Нету, вообще не думайте об этом. Привидения какие-то там, кто-то пугает, там мертвые встанут, там зомби. Не слушайте глупостей. Вот Библия, ваше спасение. Вот тут разум весь ваш. Вот вы наследники, вот чем пользоваться надо. Спросили вас о чем-то? 15 лет-то. Ты должен уже от зубов отскакивать. Это написано там-то. Это говорит о том-то. С вами разговариваешь, вы как эти мумии фараоновские. Сидят все вот так вот. И никто ничего. Какой вопрос не задает? Маленькие были. Вам только начни Библию читать. Все сразу заинтересовались, смотрят внимательно. Сейчас чуть подросли, уже 16 лет. И ничего не хотят знать, тем более отвечать. Игнатий сказать. Ну, скажите. Чтобы дети научились понимать, что у каждого дела есть начало и конец. В абсолютном большинстве Бог позволяет увидеть начало, не начало, а конец. Но никто не знает, как начинается ребенок. А когда рождается, его видят. Начало школы, а как пошел, что? В Библии, как первые главы писали, не знают. Последнее явное дело прямо показывает, где, в каком месте, как это было.
И события такие мировые, точно так. Как она началась, война? Что к этому? Видит только разгром и рейхстаг. Почему? Бог дает возможность человеку теперь этот путь пройти назад. И везде показано. Ну, любое дело. Мы видим, как течет круговорот в природе воды, вот сейчас говорили. Как течет вода с гор, тает. А как туда поднимается, никто не видит. А там наращиваются миллионы тонн льда, как воспаряется, там все скрыто. И вот начинаешь, когда внимательно смотреть, Господи, а почему? Сколько работы Бог дает возможности? Мы видим, птичка вылетела. А как она несла яйцо, никто из вас не видел. А как она заканчивает, она или где-то улетела, там, или ее употребляют на что-то. Любое дело. Начинаешь смотреть, и сначала даже не задумаешься, а потом понимаешь, а почему так? Кто видел, как рождается Лани? Иов говорит. Не знаю, а как так? Кто волку попалась? И в фильмах везде все показывает концовку, чтобы человек мог увидеть. А вот начало теперь ты и думай, это было без Бога или необдуманно, или что-то, чтобы ты к этому приходил. Начало всех начал, в начале было слово. В начале сотворил Бог, начинается слово «начало», чтобы мы теперь отсюда делали вывод на все остальное и применяли к себе. Умрет человек, его все видят. А когда рождается, кто видел, как ты родился? Никто. А умирать, когда человек будет, или упал где-то, или утонул, или что-то. Вот это надо уметь кольцо замыкать. А почему? Цепочка будет разорвана, в христианстве написано. Это наша жизнь. Январь, февраль, понедельник, вторник, и наконец замкнулась 31 декабря. А когда-то будет, какой человек мы умираем, то годовая связь разорвана. Вот и все. Это, всю жизнь будете думать об этом. Да, я об этом как раз думал. Вот начало. Почему мы так с вами очень много останавливаемся на вот Ветхом Завете? Потому что это моя была такая заметка. Я увидел, что детей учат вот баптисты, вот, их же всегда вас учили по тропинке, вот, тропинка там, это потом там другие журналы. И там баптисты берут о Иисусе Христе все говорят. И я понял, думаю, об Иисусе Христе вам расскажут. Вы Иисус Христос поймете, что это живое существо, потом скажут вам, что это Бог, вы поймете, что это Бог, Иисус Христос. Но никто вам об Иегове не расскажет. И слава Богу, что песня «Все он, Бог и Иегова», вы ее первые спели. Никто о Иегове православных не поет. Вы спели о Боге Иегове. А начало это Бог и Иегова. Что есть сущий, как сказал о себе и Господь Иисус Христос. Я есть сущий. Он сказал в простоте, кто понял, те верные ему остались. Кто не понял, те уже горят, начинают гореть в аду. Так что начало... Я думаю, надо начинать с самого начала. Потому что когда вы вспорхнете и улетите, то хотя бы останется память, что есть и Ветхий Завет, а не только Новый. Поэтому будете начинать читать Библию, начинайте с самого начала. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста. И тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Знаете, как вы начали Библию, и Дух Божий вам в помощь пришел сразу. Потому что бездна для вас все, что здесь есть. И бездна пропасть вашего ума, то есть то, чего у вас нету, вы не понимаете. И вот эта великая бездна наполнит бездну вашего ума. И тогда что будет написано? И тогда море, говорит, уже не будет. Земля и все дела на ней сгорят. Небо и земля убегут. Ничего не останется. Будет все для вас открыто. По морю люди будут ходить и думать, как мы это море? Не может быть. А как мы ходим по нему? Да потому что все открыл Господь для вас. Не надо вам этой бездны великой. Да море до сих пор не понимает, что там внутри. Какие-то чудовища, все. Все боятся воды. Боитесь воды большой? А кто плавал в море-то хоть раз? Вот интересно, начало мира никто не знает, как начало было. А концовку весь мир увидит. Воскреснут, увидит, земля и все сгорает.
Мировая история. По творению и по человеку, по всему. Начало скрыто, а концовка все увидят. Как жил, начало не видно. Под наступом Божьим, на суде Божьем, все предстанем друг друга, увидим, как мы жили, тайные и явные дела. Мировая история, как началась, а там Саддама, никто не знает. А как закончится, суд Божий придет, вся вселенная, как скатерть, раскроется. Вот удивительно, почему, с какой целью, а теперь думай, с какой. То есть мы должны смотреть то, что Бог открыл, и понять, а с чего же началось. Почему пьяница валяется, а был маленький, не слушался. Почему человек сидит, а был маленький, теперь сам додумал. Сидит, мы все видим-то. А как пошел, понятно, отступил от Бога. Где нет христианства или веры в Бога, в суд Божий, там ничего хорошего не жди. Он не может быть нравственным человеком. Он не может, он обманет тебя. И вышла замуж, развелся. А почему? Потому что он не знает, что там его ждет. У него веры нет в это. Да. Вот этим Господь нас Словом Божьим подготавливает к тому, чтобы мы и начало познали, и конец приняли достойно свой. Да, сейчас это нам так необходимо. Смотрите внимательно за тем, что происходит рядом с нами. Впервые молодой человек уходит от нас так, угасая постепенно. Этого не было доселе. Но был там Иосиф, вы знаете, родственники здесь есть даже, который погиб быстро очень, задавило плитой его. Молодой человек был, совсем 16 было. Ну там с плитой он был. Кошмар. Но это быстро все, да. А сейчас вот мама, наша сестра Анастасия, Господь так даровал. Все это нужно переживать в себе, смотреть на это и учиться на этом всем. Господь нам дарует что-то, говорит нам. А что, вы должны определить по Слову Божьему сами. Должна быть не только жалость или там сожаление или испуг, должно быть разумение этого всего. И в первую очередь молитва должна быть Господу. Благодарность за все, что дает нам такие уроки. Ну и, конечно, молитва о здравии. Господь силен творить чудеса, не забывайте это. Тем более детские молитвы. Если кто-то себя еще ребенком считает из вас, раз вы здесь на занятиях, то, наверное, считают, то помолитесь о сестре нашей Анастасии. Облегчите ее страдания, облегчите страдания близких ее. И так говорит, вот и в конце этой главы он так говорит, глядите. Вот что Моисей дал в удел на равнинах Моавитских за Иорданом против Иерихона к востоку. Но колену Левиина Моисей не дал удела Господь Бог Израилев. Сам есть удел их, как он говорил им. Вот какие готовит Господь интересные для нас примеры. Казалось бы, все рассказал, какие уделы людям дал, землю, все понятно. И вдруг одному колену не дал удела. А почему? Потому что сам Господь их удел. Странно? Вот наш Господь для нас удел. Иисус Христос. Ему слава во веки веков. Это попутно, чтобы не землю копали, как все люди, а копали сердца людей, приводили ко Христу, разрабатывали участок, который является уделом Божьим. Аминь. С Богом. Там свет включи в коридорчике. Понравилось тебе? Молодец. Иди молиться. Пошли молиться за сестру Анастасию. Да. Спаси Христос. Господи, помилуй. Господи, наше высокопресвященнейшее митрополитное всем пресвитере всего Христе диаконстве, о всем притче людям Господу помолимся. Господи, помилуй. Дали стане наши российские правители, кей православных людей, в отечестве, в России, не в случае,
Все спасение Господу помолимся. Господи, помилуй. Всем всяком граде, стране веры, живущих в ней, Господу помолимся. Господи, помилуй. Творение воздухов, поедание плодов земных и временах мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. Недумающих, страждущих, плененных и от спасения их, Господу помолимся. Господи, помилуй. Измоком призвите на святую свою церковь и соблюсти ее невредимую, непреодолимую от ереси и суеверий. И миром своим оградите, Господу помолимся. Господи, помилуй. Помраченных светом своего благоразумия, верности своих укрепите, непоколебимых правоверий соблюсти, Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Святую, благословенную, славную владычицу нашу, Богородицу, Христа Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресной, во веки веков. Аминь. Благослови, душа моя, Господа, благослови все, Господи. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя.